предлагаем, значит, брать по несколько жен, чтобы просто улучшить вопрос демографии. Вот получается сейчас? Почти ничего не получается. Почти. Президент, значит, предлагает сам, но сам не берет вторую жену. Вот мулы тоже, значит, предлагает, но сами не берут. А у нас, с одной стороны, и материальное положение плохое, потом мужчины, значит, просто люди не хотят скандала этого. Это, есть же такая поговорка, где имеются, значит, две жены в одном доме, там, значит, собаку не надо держать. Шума будет всегда достаточно.